Я всех приветствую. Меня зовут Рита, я инструктор по лечебной физической культуре. И сегодня для вас я проведу открытую разминку, которая подойдет абсолютно любому человеку в любом возрасте. Вы знаете, как важно комплексно заботиться о своем здоровье. Мы добавляем в свою жизнь гимнастику, а также заботимся о своем теле с помощью правильного питания и ухода за телом. К Новому году мы придумали уникальный бокс, который состоит из 6 продуктов, сделанных в кедровом доме Мегре в тайге. Сюда входят завтраки из кедрового жмыха, зубная паста, мыло, сыродавленное масло из кедрового ореха, массажное масло из живицы, а также валик из лепестков кедровой шишки. Покупая такой бокс, вы в подарок от нас получаете 6 уникальных разминок вместе со мной. Они вам будут доступны на платформе YouTube. Как приобрести эту продукцию, вы узнаете после нашей разминки под этим видео. А сейчас давайте приступим к занятию. Давайте начнем. Нам нужно поставить стопы параллельно друг другу на ширине таза. Ладошки можно опустить на таз. И мы начинаем с вами плавно подниматься то на пальцы ног, то опускаться на пятки. Делаем так несколько раз. И если у вас получается, пробуйте на несколько секунд задержаться, когда вы переходите на пальцы ног. Это непростая задача, как кажется. Хорошо, теперь мы добавим движение рук. Со вдохом руки через стороны поднимаем, поднимаемся на пальцы ног. На выдохе руки опускаем, опускаемся на пяточки. Несколько раз вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. И сейчас все вместе поднимемся на пальцы ног и здесь задержимся. Продолжайте дышать, удлиняйте за макушкой вверх, и мы всем своим существом тянемся к солнышку, к небу, к звездам. Мягко опуститесь на пятки, потянитесь ладошками назад по диагонали, раскрывая грудную клетку. Представьте, что ваши руки растут из сердца. Мы открываемся этому миру, приветствуем этот мир. И сейчас мы обнимем себя за плечи, направляя локти вперед, округляя область лопаток, мягко опуская голову вниз. Снова со вдохом раскрываемся, тянемся ладонями назад. На выдохе другая рука сверху. Обнимаем за плечи, тянем локти вперед, подбородок вниз. Снова вдох, выдох. Вдох, раскрываемся, выдох, и еще раз вдох, выдох, опустите руки. И со вдохом еще раз ваши стопы параллельно друг другу, правая рука через стороны поднимается вверх. Смещаем вес тела на правую стопу, толкаем стопой пол и тянемся за правой ладонью вверх. Позволяем левой части тела стекать вниз. Продолжайте со вдохом удлиняться за ладонью вверх. И на выдохе отпускайте усилия. Вдох, тянемся вверх. Выдох. Снова вдох. Потянулись, потянулись. И на выдохе мягко делаем наклон в левую сторону, таз смещается вправо. Вдох, вернулись в центр. Выдох, опустим правую руку. Со вдохом левая рука через сторону идет вверх. Вес тела смещаем на левую стопу. Толкаем стопой пол, тянемся за ладонью вверх. Вся правая часть тела стекает вниз. Продолжайте дышать, удлиняясь за ладонью вверх. Ладошка направлена к центру тела. Делаем вдох, потянулись вверх. Выдох. И еще раз вдох, выдох, и со вдохом потянулись,
И на выдохе левая рука через сторону опускается вниз. Теперь обе руки через стороны поднимаем вверх и ладошки на локти. Здесь направьте локти назад и направьте крестец вниз, немного подкручивая копчик. Не нужно сильно зажимать ягодицами крестец, просто выравниваем таз, фиксируем положение таза, таз у нас неподвижный. Мы начинаем мягко делать наклоны в правую и в левую сторону. Обратите внимание, да, что таз неподвижен. Мы чувствуем, как растягивается верхняя часть спины, боковые поверхности. Мы раскрываем область ребер, улучшаем мобильность грудной клетки. И сейчас возвращайтесь в центр и левой рукой толкните правый локоть назад за голову. Почувствуйте ощущения в правом плече. Возможно, для кого-то они будут очень интенсивными. Поэтому будьте аккуратны, все делаем так, чтобы вам было комфортно и приятно. Тяните левый локоть за голову, чувствуйте, как раскрывается левая подмышечная впадина. Хорошо, расслабьтесь и руки через стороны медленно опустите до горизонта. И представьте, что вы своими ладонями сейчас что-то раздвигаете. Давайте представим, что мы раздвигаем препятствия на своем пути. И прям пальчики расширьте на ладонях, плечи опустите, руки затянуты в локтях, и мы делаем такое круговое движение. Укрепляем плечо. В другую сторону. Остановитесь мягко, с выдохом опустите руки вниз и за спиной соедините ладошки в замок. Мы пробуем свести лопатки, оттягивая замок назад. Делайте это так, чтобы вам было комфортно, да? То есть мы можем прилагать усилия, но ни в коем случае не насилуем свое тело. Мы не должны терпеть боль. Если вдруг вы чувствуете ощущения такие приятные, да, ощущения, когда у вас тянется приятно, растягивается мышцы, сухожилия, тогда мы продолжаем делать. Если вдруг вы чувствуете резкую боль, то ни в коем случае мы не терпим, мы прекращаем. Оттягиваем снова замок назад и раздвигая стопы шире, смягчая ноги в коленях, мы опустим корпус вниз, расслабим шею, голову и потянемся замком вперед. Если вдруг для кого-то это будет очень интенсивное ощущение, будет повышаться давление, сильно долго здесь не находитесь. И мягко, со вдохом сначала поднимаем голову, поднимаемся, собираем снова стопы и расцепили. И будет такое ощущение, что руки очень такие, знаете, как у птицы, взлетают вверх. Да, такая приятная свобода в руках будет. Угу. Хорошо, расслабьте. Теперь мы будем с вами поворачивать корпус вправо-влево. И это движение будет уходить до голеностопа. Но стопы мы не поднимаем. Они у нас плотно на коврике. Чувствуете, как вы скручиваетесь? Позволяйте своим рукам мягко смягчаться, и они следуют за вашим телом немного с опозданием. Поднимайте постепенно руки выше, до уровня плечей. И теперь мы будем тянуться левой рукой вправо по диагонали, правой рукой влево по диагонали. Несколько раз. Постепенно мы возвращаем руки до уровня плечей, представляя, что как будто у нас есть на уровне плечей невидимая палочка. И постепенно расслабляйте руки, и они будут с опозданием двигаться за вашим корпусом, ударяя
Ваше тело, да? Такое ощущение, как у тряпичной куклы, как будто. Хорошо, постепенно начните уменьшать движение и возвращаемся в центр. В центре остановились, закрыли глаза, сделайте приятный вдох и с улыбкой приятный выдох. Теперь из этого положения мы поставим стопы пошире и начнем делать движение тазом по кругу. Ваша верхняя часть тела неподвижна, только таз. Давайте поменяем направление в другую сторону. И когда у вас таз сейчас пойдет назад, представьте, что вы как будто присаживаетесь на невидимую скамейку, но в последний момент передумываете. И мы начинаем увеличивать скорость. Очень хорошо это движение разогревает. Сейчас, особенно в зимний период, мы все чуть больше мерзнем, да, чуть больше холода попадает в наше тело через колени, через голеностопы. Поэтому очень важно уделять внимание ногам, согревать их. Да. Мы будем это делать с помощью массажного масла, с помощью питания, а также вот таких движений. Мы меняем направление в другую сторону. Замечайте, как ваши суставы, тазобедренные, колени как будто промасливаются. Благодаря движению, да, мы улучшаем питание в ваших суставах. Хорошо, остановились. Почувствуйте приятное тепло в тазобедренных суставах, коленных суставах. Хорошо. Дальше снова поставьте стопы параллельно полу. Параллельно друг другу. И давайте сместим вес тела на левую стопу. Мы сделаем с вами упражнение на баланс. Поднимите правую ногу, соедините перед собой ладошки в намасте и, удерживая правую ногу, смотрите вперед, чувствуя свое тело. Чувствуя, как включилась мышца ноги. Пробуйте вытянуть ногу, распрямляя ее в колени, натягивая стопу на себя. И снова раздвигаем руками невидимые стены, невидимые преграды. Держим. Снова ладошки перед собой соединили. И пробуем пронести правую ногу назад, наклоняя корпус параллельно полу. Вытягивайте пяточку, тянитесь пяточкой и опустили. Да, стряхнули напряжение с левой ноги. Вес тела на правую ногу. И поднимаем левую ногу, ладошки перед собой в намасте, удерживаем. Распрямляем левую ногу, натягивая стопу на себя, руками раздвигаем невидимые стены. Снова ладошки перед собой в намасте, сгибаем ногу в колени и наклоняем корпус вперед, вытягиваем ногу назад. И опускаем. Хорошо. Расслабили ноги. Теперь из этого положения я встану, получается, в профиль. Представьте, что у вас есть позади невидимая стена. И вы от этой невидимой стены сначала начинаете отклеивать затылок. Ваша голова начинает опускаться вниз. Потом отклеиваются плечи. И позвонок за позвонком отклеивается вниз. Вы начинаете мягко опускаться вниз. И здесь вы можете присгибать ноги в коленях. Расслабьте шею, голову, расслабьте лицо. Можно распрямлять ноги в коленях, можно присгибать по ощущениям. Чувствуйте, как ваша спина округлилась ваша поясница. Будьте, да, здесь, если вдруг чувствуете очень интенсивное ощущение вытяжения, присогните ноги в коленях. И
снова распрямляя ноги в коленях, вес тела на пятки, начинаем пятками давить в пол. И плавно-плавно позвонок за позвонком вырастаем. Голова в последнюю очередь. И когда вы выросли, здесь в этом ощущении побудьте. Почувствуйте свое тело полностью целиком. Как вы располагаетесь в пространстве. Почувствуйте свои стопы, свои колени, тазобедренные суставы, пространство живота, поясницы, грудную клетку, плечи и руки. Почувствуйте лицо, голову. И со вдохом потяните за макушкой вверх. И выдох. Отпустите все. И еще раз вдох. И выдох. Можно положить левую ладошку на грудь, сверху правую. И все внимание опустить в область сердца. И от всего сердца поблагодарить себя за практику. В своем ритме открывать глаза. Я всех благодарю и желаю всем чудесного волшебного дня. Всем пока-пока.